Накануне под Тюменью полиция задержала пенсионерку, которая перевозила запрещенные вещества. Произошло это на трассе Екатеринбург-Тюмень. Влада Гранта весь багажник был завален продуктами и вещами, но внимание сотрудников ГИБДД привлекла картонная коробка, в которой и обнаружили наркотические вещества. 70-летняя женщина оригинально их замаскировала, спрятав внутрь карасей. Всего правоохранители нашли у предприимчивой пенсионерки 41 сверток общим весом 800 граммов. Возбуждено уголовное дело, женщина под домашним арестом.